Всем здравствуйте! Давно не снимала для вас видео, ничего не показывала, не рассказывала. Ну, понимаете, сейчас сезон, да, у меня на хозяйстве там прям пополнение, размножаются все полным ходом, и как-то бегаю, скачу, ну, в общем, такой, там немножко есть еще проблемы, поэтому как-то не до камеры. Но сегодня хочу рассказать вам кое-что. У нас в семье пополнение. У нас появился ребенок. Это мальчик. Это щенок французского бульдога. Это я безмерно счастлива. Я прям сказала, что появился ребенок, потому что появился ребенок. Потому что вот абсолютный ребенок. К нему также нужно ночью вставать, потому что он выспится. И как только за окном начинает светлеть, он просыпается, и он готов встречать этот мир с добром, да, с играми. Вот, поэтому я встаю, там вот вчера в 3 ночи, сегодня около 5, ну вы поняли. И так вот каждый день, он у нас уже живет 2 недели, ему 2 месяца было 22 числа. Так что вот так. Ну, то есть все абсолютно как с ребенком. Хочет кусаться, ну как играют, да, щенята, вот, то есть все абсолютно, режутся зубки, писем, какаем, убираем, ну то есть вот так. Абсолютно это не напрягает, это, ну не знаю, для меня, чтобы вы понимали, это мое желание, собака, это абсолютно мое желание, это то, опять, снова, если возвращаться к слову «никогда», это то, что я говорила «никогда». Поняли? Это вот снова меня раз и по носу щелкнуло. То есть никогда, я всегда говорила, что у меня никогда не будет кота дома, да? Пожалуйста. Никогда не будет, тем более собаки, никогда. Ну, потому что с собакой нужно гулять на улице. Вот оно. То, что никогда. То есть в это время, в том году, мы взяли себе кошечку, котенка, да? Ровно через год у нас появился зайчик. Ну, лопоухий, да? Французский бульдожик. Я вам сейчас его обязательно покажу. Он там, я слышу, лает, Саделина играет. Сейчас я его покажу. Я вам потом расскажу в другом видео, наверное, вообще, почему и что случилось. Должно же что-то натолкнуть. Да, я вам расскажу обязательно об этом своем никогда. Почему приобрелся щенок. Как он выбирался. Ну, то есть вот эти вот обычные. Ну, потом расскажу, как его приняла Мия. Как они сейчас принесу зайчика. Смотрите, вот такой прекрасный малыш. Вот такой прекрасный зайчик. Он уже что-то грыз бумагу. Поэтому, наверное, что-то у него на моське. Вот такой вот прекрасный, красивый у нас парень. Его зовут Дольф. Вот. Мы его все безмерно любим, безмерно его целуем, жалеем. Он очень активный, он прям очень активный. Он вовлекает всех, вот хрюкает, слышите? Вовлекает всех в свою игру, и с ним невозможно не играть. Просто невозможно, просто невозможно. Вот такое вот солнышко у нас. Вот такое вот солнышко прекрасное. Хрюкает, сопит. Вот такая вот у него расцветка. Вот такой вот он шкурастый. Слышали? Очень любим зайчика. Очень-очень любим. Так что вот. Будем его обязательно, буду его показывать. Потому что я говорила, что буду вам снимать Мию. Мию снимать сложно. Мия целый день спит. Вот просто спит, выходит покушать, снова спит, снова покушать, снова спит. То есть вот, вот так вот проходит целый день. У него не так проходит день. У него проходит день совершенно по-другому. Да, зайка, мой золотой ребенок. У него проходит день по-другому. Он играет, он вовлекает в игру всех, даже тех, кто не хочет играть. Поэтому Мия, если раньше спала на полу, то теперь Мия залетает куда повыше, спит, да? То есть он не обижает, но у них разные темпераменты. И, то есть она очень спокойная, а он наоборот, он активный парень и хочет, чтобы с ним играли. И у них разная игра абсолютно, да? Вот он ее вовлекает в игру, она не поддается пока. Ну, это пока, скажем, мы будем над этим работать. Вот, но она умничка, я вам хочу сказать, она такая умничка, она его не обижает. То ли она понимает, что он еще дурачок маленький, то ли она понимает, что...
что он, ну скажем, не без агрессии к ней подходит, да, что даже когда он ее прикусывает немножечко, то это в игре. Возможно, она это понимает, потому что она вообще его не обижает. То есть теоретически она же могла бы выпустить когти, да. Ты так грустный такой смотришься, как будто бы ты грустный. А на самом уши как локаторы. А на самом-то деле ты у нас совсем не грустный зайчик, правда, ну не грустный. Вот, могла бы теоретически выпустить когти, но она не обижает его. Она просто убегает, например, там понюхается, понюхается с ним. Если он начинает на нее как-то прыгать, вот активничать, она просто от него уходит и все. Хотя могла бы там как-то лапа или что-то это. Нет, нет, не обижает зайчика, да, не обижает. Ну, мое солнышко. Так что вот, его буду обязательно снимать, потому что, и показывать вам, потому что его не снимать невозможно. Он очень смешной, он смешной в поведении. Он ну просто смешинка. Классный парень у нас. Так что... Дольф. Его зовут Дольф, да, вы поняли, я уже это сказала. Так что вот. Вот такое вот у нас пополнение в семействе. Вот такой вот у нас сыночек маленький появился. Вот такой вот зайчик. Фу. Поняли. Все. Я вам все рассказала, что хотела. Пока что он еще на карантине. Он еще на улицу не ходит. Мы сделали вот в 2 месяца, 22 числа. Сделали, ну, наверное, не 22, вот на выходных. В субботу сделали ему прививку. Это первая прививка. Через 20 дней, через 21 день будет прививка вторая. И потом 10 дней снова карантина, и только потом, в конце уже месяца, он сможет выйти первый раз на улицу. Ну, именно ножками погулять, да? Вот так вот. Вот так вот, моя заюшка мой. Мой лопоухий. Так что вот. Так что пока он абсолютный домосед. Всегда находится дома. Мы его дома одного не оставляем, потому что он все грызет. Ночью тоже не оставляем, встаю к нему, потому что если не встаю... Он тоже все грызет. Поэтому встаю. Мне абсолютно не доставляет это никаких хлопот. Мне это наоборот нравится. Нравится. Вот. Долька. Ай, мой зайчик. Вот такой вот классный парень. Вот такой вот мужчина. Он такой горячий мужчина. Я вам скажу, что у меня уже прилипло платье. Такой просто кошмар. Все, иди. Очень жарко. Так что все. Я вам все рассказала. Буду стараться чаще снимать видео, буду выходить с вами на связь. Все, всем спасибо. Пока-пока.